Коммунальная мощь города на одной площади. Больше 90 единиц техники муниципальных предприятий Самары готовы к зиме. Габдулхат Баязитов за баранкой мультикара колесит по Самарской набережной 6 лет. Техникой доволен и уже готов переходить на зимний график работы. Зимой работаем по погоде, вызывает и ночью, а так график у нас с 6 до 3. Готовность машин к зиме оценил глава города Олег Фурсов. За 2 года парк техники пополнился больше, чем на 100 новых машин. В планах будущей весной приобрести дополнительные единицы. Олег Фурсов пообщался с руководителями муниципальных предприятий и поручил особое внимание обращать на качество уборки. Если выпадает где-то сантиметров 15 снега в течение 3 суток, мы убираем свои территории. Ну так понятно, что за час мгновенно нет. А вот в течение 3 суток отвал или с вывозом? Отвал. Должны уходить от того, чтобы весь снег складировался на обочинах, потом темнел, чернел, и вся эта грязь весной, значит, попадала на город. В этом году на улицы города выйдут больше 300 единиц спецтехники. Это погрузчики, тракторы и самосвалы. Практически все машины уже подготовлены для работы в холода. Все необходимые регламентные работы были проведены в срок. 70% техники уже подготовлено к работе в зимних условиях. Оставшиеся 30% будут готовы к 10 ноября. Но это связано с тем, что пока еще идет такой сухой сезон, и переобувать с летнего содержания на зимнее пока нецелесообразно. Помимо техники подготовлены полигоны для снега, закуплены реагенты. Также в Самаре скоро появится снегоплавильный завод. Концессионное соглашение на строительство уже заключено. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.